жизни всякое, ну что грустить теперь? Ведь в жизни человеческой не миновать потерь. Ну что бы ни случилось, пусть тьма кружит окрест, с груди своей, мой милый, ты не снимай свой крест. Жизнь, как в круговерти, закружит в суете. Нам кажется, все ладно, но мы уже не те. Порой, впадая в страсти, на Бога осерчав, мы тонем в море боли, с груди свой крест сорвав. Ангел наш хранитель, что при крещенье дал, он с болью отступает, такое увидав. Помочь он нам не в силах, ты выбор сделал сам, но крылья расправляет, взывая к небесам. Услышишь ли тот стон ты, или подскажет Бог на перекрестке судеб, там у скорбей дорог? Твой ангел умоляет, от бед он сохранит. Как только ты наденешь свой крест, духовный щит. Бывает в жизни всякое, ну что грустить теперь? Ведь в жизни человеческой не миновать потерь. Ну что бы ни случилось, пусть тьма кружит окрест, с груди своей, мой милый, ты не снимай свой крест. Ты не снимай свой крест. Не снимай свой крест. Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Наталья Куприянова. Здравствуйте. Город Орел. Конечно, темы, которые вы затрагиваете, они актуальны для каждого человека в любое время. Сейчас это остро. Когда слушаю, у меня ассоциации разные происходят. Я и вспоминал Евгения Родионова. И многие случаи из своей практики священнической. Приходит муж и говорит: жена взяла и крест сняла, и все. Что делать, батюшка? Вот как? И сразу же, да, столько ассоциаций. Угу. Когда начинаешь что-то раскапывать, допытываться, узнавать, оказывается, все не просто так. Ничего человек просто так не делает. Просто так крест не снимают, да? Действительно. Да, какие-то обстоятельства, и враг не дремлет. Ему угу. Очень важно, чтобы человек снял крест. Очень. Это его победа. Абсолютно согласна. И мне страшно наблюдать картину, когда не просто там срывают себе кресты взрослые люди, а, вы знаете, я всегда задаюсь вопросом, почему молодые родители, когда купают своего ребенка, там, снимают крестик или там укладывают спать, снимают крестик, говорят, чтобы не задушился. То есть, такие вот какие-то абсолютно глупые, на мой взгляд, утверждения. И одного не понимают, что есть крестик, что это щит, и что вы просто физически снимаете с ребенка защиту. Для чего это делать, непонятно. И я очень часто наблюдаю эту картину и пытаюсь задавать вопросы, говорю, что ж вы делаете? Говорю, зачем? То есть, объясните, зачем? Они
не находят ответа и начинают задумываться. Ну и, конечно, очень часто вижу, когда срывают с себя кресты люди уже достаточно такие взрослые, казалось бы, мудрые должны были быть. Да. Но, к сожалению, действительно враг не дремлет. Что ты им, Господь, не угодил, да? Да, да, да. Вот да. Они просили вот там квартиру без очереди, а он раз. И, да. И что-то вот на каких-то элементарных таких вещах. Очень часто случается, вот как раз в моей практике, я часто беседую с матерями, которые также потеряли ребенка в связи с онкологией. Вот очень много часто такие вот случаи происходят, когда уходят дети, да, становятся ангелами, и вдруг родители совершенно неадекватно себя начинают вести, они срывают себе кресты и говорят: я обиделся на Бога, он у меня забрал ребенка. Я говорю: вы хоть себе представляете, что вы сейчас натворили? То есть вы мало того, что вы физически потеряли дитя, вы еще и духовно от него сейчас отказались. Они говорят: почему? Я говорю: да потому что вы уже отреклись, он у Господа, я говорю, а вы уже отреклись от Господа только что. Я говорю: соответственно, вы никогда связь больше теряли, не... Да? Да, вы никогда не встретитесь, как может? И вот в этот момент они начинают задумываться, слава Богу. Ну, конечно, есть и те, которые не слышат. Бывают, к сожалению, и такие. Да, горе застилает глаза, нет ощущения, вот, что на все воля Божья. Угу. Вот на все воля Божья. Человек должен сам себе это сказать. Да. Сам себе. Когда ему кто-то говорит, не понимает. Вот когда слава Богу за все, на все воля Божья. На все воля Божья. Да, абсолютно. И вот это молитва, можно сказать. Если человек это впустит в себя и поймет, многое изменится в его жизни. Вот самое главное, надо впустить в себя Бога. Когда он так поверхностно, как говорится, для галочки, как у большинства происходит, что я вижу, что люди, вот я православный человек, но при этом я в храм не хожу, потому что я могу дома помолиться. То есть такие вот моменты бывают. Начинаем рассуждать с ними, я говорю, то есть у вас получается маловерие, настолько маловерие, что вы тут же поэтому и срываете кресты, что, в принципе, вы не доверяете Богу. Вы себе доверяете, вот, а когда у вас что-то не получается, вы начинаете ситовать на Бога. Говорю, ну это же нечестно. Я знал одного человека вот, из Минска, Олег Синицкий. Он выбирал крест такой, который ему очень нравился. Потом, и он, когда видел, что на человека нет креста, он подходил к нему, одевал крест, снимал себя, обнимал его. Здорово. Брат, носи, вот тебе самый, вот это мой любимый крест. Потом шел опять в церковную лавку, покупал себе самый лучший крест, который он там видел. Ему было каждый раз больно расставаться с этим крестом, но он отдавал самое, можно сказать, дорогое. Тут же бежал опять в лавку, и он раздавал кресты. И когда его не стало... Но зато стало столько людей, которые носили кресты его, для них дошло, что он делал. Вот тоже такая история. Да, это очень интересно. Да. Вот такое. У меня тоже такое есть, ну, намерение. Но у меня такой крест на груди. Жалко отдавать, но я уже внутри уже решился. Как увижу человека, я отдам. Почувствуйте, кому нужно отдать. Ну да, но это должно быть обстоятельства. Конечно. Такие, что вот видишь, что надо отдать. Иначе вот человек просто пропадет. Без Бога. Куда? Без креста куда? Никуда. Невозможно. Невозможно. Вся жизнь вот как крестоношение, да, надо ощущать. Это не просто же такой символ. Вы знаете, мы в этом году, мне удалось побывать в Иерусалиме, на Святой Земле, и вот как раз мы шли крестным путем, и у нас была очень уникальная поездка, мы ездили с детьми. У нас такая программа существует «Дети дорогами Христа». И вот ехали трудные подростки, такая золотая молодежь ездила с нами. Очень тяжело было. И вот как преображение происходило вот этих ребят, когда мы в центре Иерусалима идешь по вот этому крестному пути, поем «Воскресение Твое, Христе спаси наш», вот поем. И вот этот вот рынок, который мы проходим, галдеж абсолютно, такое было ощущение, что давил мир на нас в этот момент. И мы слышали вот этот гул толпы, как когда Христос нес свой крест. И вы знаете, мы там разговаривали с ребятами, что они ощущали. Вот каждый второй фактически сказал о том, что было ощущение, что мы несем некую такую важную миссию, и нас пытаются остановить.
Вот, говорит, было такое ощущение, что вокруг нас столько бесов, и вот они на нас кидаются, и нам страшно так было. И они друг к дружке так вот прижались, вот, и все громче пели этот тропарь. Это было так интересно вот, наблюдать за невоцерковленной молодежью. Это очень интересно. Вот ощутить на себе, они вот все прочувствовали, такой путь. Настала пора спеть песню. Угу. Ну, у нас передача музыкальная. У нас, вы знаете, у меня есть любимый автор стихов. Это отец Андрей Логвинов. Я часто перед вот этой песней, которую я хочу для вас петь, я читаю его стихотворение. «Когда на сердце одиноко и давит мир, мечты круша, знай то, чего не видит око, хранима ангелом душа. Как молния, 100 гром чудесней, стремителен его полет. Душа, забыв земные песни, в объятиях ангела поет. Мы никогда не одиноки, уйдет с лица печальный вид. Нас ангел все земные сроки, как мать в объятиях хранит». Крыльями соткано небо, ветры успокоены твоею рукой. Богом мне данный, а час сокрещенья, ангел, хранитель мой. Укроешь ты острые камни, чтобы не смогла я приткнуться ногой. За моей спиною и в горе, и в радость, ангел, хранитель мой. Когда беда меня льдом обжигала, верила я, что ты рядом со мной. Нес на руках мою душу, спасая, ангел-хранитель мой. Крыльями соткано небо, ветры успокоены твоею рукой. Богом мне данный, а час сокрещенья, ангел, хранитель мой, хранитель мой. Господи, я сижу и думаю, какая у нас хорошая передача. Слава Богу, что она такая существует, и у нас возможность есть, и что люди это слышат. Вот это мне, я думаю, что необходимо делиться с людьми то, что Господь дает. Вот, может быть, души растают какие-нибудь, может, это коснется какой-то души. Конечно, я думаю. Я надеюсь, с Божьей помощью. Ангел-хранитель. И люди задумываются, да? Вот. А я как раз еще... Я сейчас спою вам песню. Угу. Вот она о зиме. Сейчас на улице снег лежит. Вот я жду все время, когда наступит зима, я смогу спеть эту песню. Потому что я сочинил ее... прошлой зимой, не успел ее попеть в конце зимы и в начале весны. Не успел я ее попеть, как она уже весна наступила.
Поэтому я ждал этой. Попробовал летом ее спеть, летом жарко, не получилось. Но с другой стороны, в этой песне говорится о том, что зима-то не только бывает и наружу, бывает зима в душе. Угу. Когда человек еще не проснулся, вот, не проснулся для духовной жизни, для Бога, для любви, для... Он, можно сказать, он как подснежник, пытается выбраться из-под этого льда, из-под этой корки ледяной. Вот, вот такое настроение у меня, видимо, хотелось в этой песне передать. Я попытаюсь это сейчас исполнить. Сегодня утром, вот перед передачей, я подумал, может быть, ее спеть. Как раз время пришло. Ну, я не очень... Не было времени готовиться. Потому что то все. То службы, то стройка, то... Постоянно за рулем. Ну, песня «Зима» называется. Зима, зима, я знаю это чувство, я знаю это слово, не станет нам преградой для тепла. Зима. Куда-то все исчезло, лишь белая, как простынь, лежит на нашей жизни пелена. Зима, зима, тепло, дома. Однажды ты проснешься, и ласковое солнце растопит ледяную пелену. Возрадуются дети о том, что есть на свете надежда на красавицу весну. Весну. Весна. Зима, весна. Такая песня. Очень образная песня, абсолютно. Я думаю, что еще, вы знаете, бывает и так, что у людей рано или поздно тоже наступает зима. Вот как раз-таки, когда они испытывают какие-то трудности, наступает некая зима в сердце. И вот, вот у вас так, настолько такая хорошая песня, что я думаю, что сейчас у кого есть в душе зима, вот пусть через вот эти строки, через эту музыку прекрасную она растопится, эта зима, и прорастет весной. Потому что в конце все равно весна. Обязательно весна. Утвердительно да. Прозвучало. Потому что за зимой это весна. Вот я как раз сегодня ехал и думал, надо так относиться вот к событиям, которые происходят в жизни, что за этим событием обязательно же должно быть... Ну, оно же закончится. Конечно. Быть все хорошо. Неужели Господь же промышляет о нас, и все будет хорошо. И с этим чувством надо переживать то событие, которое происходит, а не полностью фатально погружаться в него и от какого-то ужаса и цепенеть, вот, и умирать, и представлять, что ты умираешь. А надо представлять, что ты оживаешь. И вот для нас, христиан, нет же смерти, правильно? Да. Нет. Все. Мы должны это раз и навсегда себе усвоить, что весна, что Пасха, да? Ну, это мы часто понимаем умом, стараемся понять. Вот сердцем не каждый принимает, к сожалению. А вот наша цель жизни, чтобы вот эти слова превратились в реальность. В реальность. Да. Чтобы это реально существовало в нашей жизни. Я думаю, благодаря таким песням, которые мы с вами поем,
рано или поздно те люди, которых еще не наступил этот вот момент перелома, когда они, осознание придет, я думаю, что через музыку обязательно Господь вот поможет этому случиться. Дай Бог. Дай Бог. Вот. Стремительно заканчивается вторая часть нашей передачи. Что-то вы еще споете? В завершение я хотела бы обязательно спеть песню, которая является олицетворением вообще всей моей жизни. Потому что есть у меня в моей жизни такой девиз. Это два замечательных слова, два замечательных чувства, которые испытывает, наверное, каждый христианин. Это вера и любовь. Я верую и люблю. То лебедушкой белой по морю гуси закрылы, голубкой по небу теплым ветром летит над землею добрая моя любовь, нежная моя любовь, светлая моя любовь. Обниму тебя я за плечи, взглядом нежным усталость развею, так же ярко, как путь этот млечный, добрая моя любовь, нежная моя любовь, светлая моя любовь. Ты лети, лети над землей, белокрылая птица любовь, разнеси эту песню мою, верую, люблю, верую, люблю, верую, люблю. Беды прочь, вера сильнее, детским смехом очистится сердце, будто солнышко душу мне греет, чистая твоя любовь, нежная твоя любовь, вечная твоя любовь. Облаками по синему небу застилая собою пространство, в каждом сердце сияющим верой яркая любовь, нежная любовь, вечная любовь. Ты лети, лети над землей, белокрылая птица любовь, на весь мир я с тобой пропою, верую, люблю, верую, люблю, верую, люблю. Ты лети, лети над землей, белокрылая птица любовь, на весь мир я с тобой пропою, верую, люблю, верую, люблю, верую, люблю. Ну да, трудно что-либо добавить. Каждая песня, видимо, вами прочувствована, да? Пережита, да. Любовь у вас с большой буквы. Обязательно. Да? Да. Пишите. Так? Да. Это тоже до этого надо дожить. Конечно. Как у вас земная, небесная любовь? Как вы это все сочетаете? Все вместе, потому что без небесной любви невозможно все остальное. Если мы не будем чувствовать любовь к Господу и обратную связь с Ним, то и все остальное для нас будет далеким и невозможным. Да, любовь. Как много мы об этом говорим, и как мало мы это делаем. Вот надо стараться, чтобы слова наши не расходились, да? Абсолютно. Так, об этом много говорится, и сейчас подмена идет этого слова. Угу. Везде враг окружил буквально. Как в этом удержаться, как пронести эту любовь? Вот как свечу, чтобы не задули ее ветра всякой суеты, ненужного мусора этого. Я говорю для себя тоже на храме, говорю, вот представьте себе, вот вы сейчас причастились, в храме побыли, это благодать, и вот попробуйте донести ее до дома, как свечку.
Представьте, что вы в руках несете свечу, и там ветер, машины, пешеходные переходы, люди толкают, и вот несете вы каждый домой, надо донести до дома и эту благодать хранить. Угу. Вот так же, как себе сейчас в нашем мире сохранить любовь, не озлобиться? Это такой великий духовный труд. Конечно, нам святые в этом помогают. И Господь, матушка, и Богородица. Матушка Сипфора говорила в свое время, она говорила, чтобы вот ее спрашивали по поводу, как нам не истратить все, что мы после причастия получаем. И он говорит, все время повторяйте Иисусову молитву, чтобы он, говорит, постоянно Господь пребывал с вами все время. То есть молитесь святым, всем святым тропарики знать нужно, которые у вас есть, иконочки. Вот об этом надо думать, помнить и стараться жить так. Я надеюсь, что у нас эта передача не последняя. Я вообще за многими исполнителями слежу. И вижу, как они растут. Потом еще бывают разные тематики у человека, да. Вы сейчас попытались в этих небольших наших времени передачи вложить основные какие-то, да, направления. Основные моменты, да, основные моменты. То, что, чем вы живете, что вас касается. А так можно еще раз, возможности, когда будете в Петербурге. Даст Бог, конечно. Да, приедете, и мы еще передачу сделаем. Я думаю, что будет хороший резонанс тоже. Вот. Ждем вас, да. И, может быть, мне удастся побывать в Орле. Я очень надеюсь, да, я буду сейчас прикладывать все усилия для того, чтобы наш орловский зритель обязательно вас услышал, потому что есть что услышать. Да. Благодарю вас и за ваши песни, и за приглашение. Сейчас идет пост рождественский. Вот вкратце, что бы вы хотели в рождественский пост пожелать нашим зрителям? Я хотела бы вам пожелать, самое важное — это радость, радости духовной. Вот не потеряйте, не растеряйте ее за новогодними праздниками, вот не уйдите в другую совершенно радость. Вот лучше пускай пребывает та тихая, спокойная, пасхальная радость, о которой говорил и Серафим Саровский. Вот просто любите друг друга, любите каждого, которого вы встречаете на своем пути, и старайтесь подарить свой талант, который Господь вам даровал. Пойдем все вместе за рождественской звездой, за кислям, да, будем славить Бога, слава Вышних Богу, на земле мир, человеческое благоволение. Божьей всем помощи, дорогие мои, с вами была передача «Лаврские встречи», я ее ведущий, священник Анатолий Першин, у нас в гостях была Наталья Куприянова. Спасибо, Господи. До свидания. До свидания. Божьей помощи всем.